Quine is not my favorite, but it'll do in a pinch. Так. Ну, это тут. Ну вот. Пять заданий, но это вот с этой шваброй летающей. Одну эту не могу найти. Значит, что тут? А. Так. Задание. Странная дружба. Астрономическое крыло. Это что? А, нет, зал Эрдиана. Ну, давайте сюда. Off on another adventure, are we? Так, бежим. Так, я чуть не понял. А, мы мимо кассы пробежали, ясно. Ну, так, зайдем. Glad you came. Sebastian, I received your help. What's happened? Ominous spoke with Anne. Ominous поговорил с Анной о том, что произошло с дядей Соломоном. Она считает, что я должен ответить за содеянное. But she won't turn me in. Но она меня не выдаст. Она сказала, что мне предстоит жить с чувством вины. Мне очень жаль. Но, по крайней мере, у тебя будет возможность жить дальше. Дело в том, что, кажется, я потерял сестру. Своего близнеца навсегда. Она даже видеть меня не желает. I can't blame her. И я ей не виню никого из вас, не стану винить, если вы навсегда отвернулись от меня. Вы доверяли мне, а я всех подвел. Думаю, Анне просто нужно время. Однажды она найдет в себе силы простить тебя. Надеюсь, ты прав. Я понимаю, что не способен изменить содеянное, но каждый день своей жизни могу посвятить искуплению вины. Я в неоплатном долгу перед тобой, Эмилис. Что ж, это непросто, но я верю в тебя, Себастьян. Я знаю, что ты не из тех, кто сдается с того первого дня на уроке защиты темных духов. Кажется, это было 100 лет назад. Спасибо. Не представляю, что ждет меня дальше, но я благодарен тебе за дружбу. I'm glad you came to Hogwarts. Я рад, что ты с нами в Хогвартсе. Так, теперь нам нужен профессор Уизли. Профессор Уизли, где вы? Так, где вы, профессор Уизли? Сейчас,
Крыло колокольной башни. Ну, вот, вот это вот вроде как ближе всего, западная башня. Вроде бы как тут, а может быть надо было, конечно, повернуть. И мы что-нибудь нашли. Побежали, побежали. Please do be mindful where you walk, won't you? Only if you step on time. Ох, и пес. Профессор Уизли. Хотели меня видеть, профессор Уизли. Да, мы с вами не беседовали с тех пор. Я знаю, что у вас с профессором Пиком были очень теплые отношения. Без него Хогвартс уже не будет таким. Вы правы. Однако он хотел, чтобы мы не сдавались. И он ушел от нас, зная, будущее волшебника в надежных руках. Спасибо, профессор. У вас выдался непростой год, причем не только в Хогвартсе. Чего я только вас не слышала. Вы оседлали Драмарога, подружились с гоблином, спасли Гиппогрифа и даже не то, что искали расположение охоты безголовых. Хогвартс, довольно сложно держать что-то в тайне. Я рада, что мисс Добринг стала для вас подругой. Отрадно видеть, что она теперь больше общается с другими учениками. В окрестностях уже не раз виделись с Ниджетом. Если верить кентаврам, за это стоит благодарить двух учеников Хогвартса. Я понятия не имею о чем. Но не будем об этом. Я хотел бы поговорить о вашем руководстве для волшебников. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. Это обалденно для вас. Часть задания вы, конечно, выполнили, но вам стоит еще немало потрудиться. По счастью, у вас есть время подготовиться к СОВ. Признаюсь, у меня возникло определенное предчувствие насчет вас еще в тот момент, когда вы с опозданием появились на церемонии распределения. Приятно видеть, что мое чутье меня не подвело. Вы проучились здесь всего год и уже готовитесь сдаваться. Вы поразительно одарены. Спасибо, профессор, за все. Не за что. Мне любопытно узнать, что еще вы достигнете за оставшееся время в школе. Доступно новое задание. А почему нам ничего не дали? Никаких очков. А. Заполните руководство. Ну, я... Да как, ну я этот один там где-то руководство вот осталось там, блин, и какая-то фигня. Ну что ж. Пойдемте. Да нам тут за большие заслуги дадут.
What are you up to now? Заполните, да? Да ладно, сейчас пойдемте. Их тут задолбишься собирать. Так. Так, где тут большой зал-то у нас? Посмотрим, и так. Да. Во как. Единорог. Опа! Ха-ха! Оп! Опа-нте! Это они там типа страхи, да? В этом году мы стали свидетелями того, что наши ученики провели отвагу Годрика Гриффиндора. Ура! Все аплодисменты и радостные Кофтеграун. Да. Мудрость. Кофтеграун. Мудрость. Кубок в этом году присуждается. Excuse me, headmaster, if I may. Позвольте заметить, мне кажется, личный героизм одной из учениц, проявленный во время нападения на Хогвартс, не говоря уже об академических успехах, это в первый год обучения. Так вот, мне кажется, что все это заслуживает, скажем, 100 дополнительных очков факультета. Если вы согласитесь со мной. Благодарю, профессор Уизли. Ну что ж, вот определился победитель. Woo!
арт-директор инжиниринг. Продакшн. Quality assurance. Дизайн. Аудио маркетинг. Студия админ. In memory of Dave Ross. Technologies Partners, Warner Brothers Games, Montreal Studio Heat. Stephanie Rowe, Studio Admin. Monolith, Studio Heat, David Howe. Ну вот как-то так, друзья мои. Blair Network.